Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые товарищи, проведение частичной мобилизации обострило тревогу общества по поводу материального обеспечения вооруженных сил. Множатся сообщения о необходимости самостоятельной экипировки мобилизуемых аптечками, спальными мешками, обувью и одеждой, практически всего, кроме непосредственно оружия. В ряде мест возник дефицит соответствующих товаров. Социальная напряженность по этому поводу, потому что не у всех есть деньги на эти товары, может уже приобрести политический характер. В связи с этим мы с Олегом Анатольевичем Ниловым просим дать протокольное поручение Комитету по обороне запросить у Министерства обороны информацию о нормативах обеспечения вещевым довольствием и медикаментами, о том, как эти нормативы соотносятся с реальными потребностями войск сегодня, запросить у Минобороны информацию по уровню обеспечения вещевым довольствием индивидуальными аптечками подразделений вооруженных сил, которые участвуют в СВО, и у правительства российской информации информацию о том, кто отвечает за все это. Спасибо. Давайте тогда мы с вами также поступим, подготовим протокольное поручение и попросим высказаться профильные комитеты о целесообразности их принятия.